Дорогие друзья, ну мы приветствуем, мы это оргкомитет, это приехавшие на СКАР барды, это в конце концов ветераны этого фестиваля, это все, кто собрался здесь на поляне, и таким образом мы все приветствуем друг друга с тем, что 37-й международный фестиваль авторской песни СКАР вот этим самым фактом и начат. Вы знаете, мы будем сегодня петь песни друг другу. Это будет концерт песен и стихов обращений. Вот такая была поставлена задача, и мы будем ее неукоснительно решать. Если кто еще не успел записаться у меня для выступления именно с такими песнями и стихами, пожалуйста, запись открыта. Если у кого-то в репертуаре таких песен и стихов нет, это никоим образом не беда. Вы свои песни и стихи потом будете петь и читать у костров. А сейчас мы начнем вот этот наш концерт выступлением нашей гости. Она вообще-то киевлянка, но состоит почетным членом клуба песенной поэзии имени Висбора Харьковского дома ученых. Зовут ее Татьяна Базилевская. Вот она и откроет наш концерт. Пожалуйста, Таня. Здравствуйте, мои дорогие, мои родные. Вот и открылся вновь СХАР, так любимый мною фестиваль, на том же самом месте, как и год назад. И, наверное, многим из вас, как и мне, кажется, что или на дорожке, или возле домика, или где-то здесь мы увидим Сережу Зосимова. Наверное, он где-то сейчас с нами, во всяком случае, мне так хочется в это верить. Стихи, которые я сейчас прочту, недавние, они были написаны в те дни, когда Сережи не стало, и я еще не знала об этом. День зноя. Эпиграф. В тот год в Макондо стояла такая жара, что на лету падали птицы. Габриэль Гарсия Маркес. К полудню город пустеет, словно перед войной, на уцелевших клеймом солнцем выжжены пятна. Город повержен в прах, в город вступает зной. Выглянешь за порог и тут же бежишь обратно под укрепление крыш в спасительную темноту. Наглухо окна закрой. Пусть пройдут, обойдут, забудут. В Макондо был год от зноя. Птицы падали на лету. Не приведи Бог упасть. Пощады тебе не будет. Слушай поступь жары, трогая переплеты книг, склепов, где спят храбрецы, покоя живых не тревожа. Все они умерли в час, когда зной настиг. Может, другое что, в результате одно и то же. Будем держаться, друг. Есть бутыль с водой, сухари. Вот тебе стол, перо. Много ли нам с тобой надо? Станем тихи, как тени, запершись изнутри, ждать, когда к нам снизойдет спасительная прохлада. Только не угасай. Лгут все календари. Только не произноси вслух, о чем промолчали. Каждого в свой черед юный сентябрь одарит полною горстью любви и золотой печали. А вот эти стихи я подарила Сереже на его юбилей, на 50-летие. И в них, конечно, сквозит, звучит и звенит Полтава. Хотя написаны в феврале. Сотворение зимы завершает промозглый февраль. Снег метет и метет, не добраться до радуги летней. С каждым днем непреклоннее и строже ведет календарь счет ушедшим годам.
и процесса старения заметней. Вам ли, мастер, грустить, пребывая в плену февраля? Пить постылую замкнутость дум, медлить браться за дело? Сон стряхнул и усталость, взгляните, быть может, не зря приготовлены кисти, и небо холста посветлело. Нарисуйте мне, мастер, осенний пейзаж в феврале, многоцветие листвы, серебристый порывистый ветер, легкий шелест дождя, свет кувшинки в пруду на заре и дыхание того, кто милее всех радуг на свете. А до наших невзгод что за дело ему, февралю? Пусть нашлет холода, в холода только крепче объятия, и падеж февралю так созвучен со словом «творю», «говорю» и «горю», что иного могу ли желать я. Мы не станем небесный актив попрекать февралем. Если с другом тепло, что нужней и отрадней, скажите, мы друзей соберем и споем, непременно споем, тем и живы пока, только кисти покрепче держите. Спасибо. Спасибо, Таня. Вот таким образом поговорили с Сережей Зосимовым. Сережа Зосимов – знаковый человек для нашего фестиваля, и такое ощущение, что он действительно среди нас. А мы продолжаем этот разговор друг с другом. На сцену выходит, ну, тоже наш большой друг, действительно большой, большой человек, большой мастер Вадим Гефтер из города Донецк. Что-то у меня сегодня фон постоянно идет из колонок. Добрый вечер. Надо громко сказать, потому что по кострам почему-то нет шевеления. И задача сложна, понимаете, обращение – это когда ты с кем-то беседуешь, советуешься, просишь совета, либо наоборот научаешь. А у меня многие песни начинаются со слов «я». Я как бы всегда за себя в ответе, но есть пара песен, которые отвечали этим критериям сложной задачи. Старик, так жить нельзя, как мы живем. Вокруг так много глупостей и фальши. Давай угоним самолет, давай угоним самолет в Европу или куда-нибудь подальше. Давай угоним самолет, давай угоним самолет в Европу или куда-нибудь подальше. И праведники здесь в день всех святых грешат так, что на храмах пляшут бесы. Давай куда-нибудь сбежим, давай куда-нибудь сбежим, туда, где нет политики и прессы. Давай куда-нибудь сбежим, давай куда-нибудь сбежим, туда, где нет политики и прессы. Мы никому с тобой здесь не нужны, мы никого ничем не удивили. Давай куда-нибудь сбежим, давай куда-нибудь сбежим, покуда нас к чертям не удавили. Давай куда-нибудь сбежим, давай куда-нибудь сбежим, покуда нас к чертям не удавили. И те уже года, что рушит лед, уже нам поздно к многому стремиться. Давай угоним самолет, давай угоним самолет, чтобы никогда нигде не приземлиться. Давай угоним самолет, давай угоним самолет, чтобы никогда нигде не приземлиться. Старик, так жить нельзя, как мы живем. Вокруг так много глупостей и фальши. Давай угоним самолет, давай угоним самолет в Европу или куда-нибудь подальше. Давай угоним самолет, давай угоним самолет в Европу или куда-нибудь подальше. Спасибо. Ну, это вот призыв к соучастию. Еще одна песня, тоже призыв, как бы,
определенный. Старое, но ведь пригождается иногда, вот даже сегодня. Пусть парадом командовать буду не я, ни умом и ни рожей не выше. Галакатит по жизни моя колея, вдоль контор адвокатских и вышек. Чем орать бесновато в полночный эфир? Поезжайте, пожалуйста, в Киев. Я серебряной ложечкой кушал кефир, не хватало копеек на ливер. Я серебряной ложечкой кушал кефир, не хватало копеек на ливер. По безумным дорогам судьбы колеся, так и хочется крикнуть сквозь годы. Вот призыв идет. Михаил Самуилович, бросьте гуся, пусть подавятся эти уроды. Михаил Самуилович, бросьте гуся, пусть подавятся эти уроды. Все не так, все не то. И спокойствия нет, как-то тошно живется на свете. Я у жизни ворую счастливый билет, чтоб хоть милю проехать в карете. Но не нужен мне домик с мансардой зной, ни к чему мне унылая старость. Я хромаю за пенсией по проездной, к счастью, гражданам свойственна жалость. Я хромаю за пенсией по проездной, к счастью, гражданам свойственна жалость. По безумным дорогам судьбы колеся, вспоминаю минувшие годы. А вы знаете, как я иду на гуся, могут рухнуть небесные своды. А вы знаете, как я иду на гуся, могут рухнуть небесные своды. Как, скажите, на жизнь эту можно смотреть? Где ответьте? Живет справедливость, мне осталось немного, пусть четверть, пусть треть, но знакома мне Божия милость. Так таскайте ж вы рыбу в дырявых сачках, ни с собой, ни с чертом, не споря. Выхожу на работу я в темных очках, чтобы вдруг не ослепнуть от горя. Выхожу на работу я в темных очках, чтобы вдруг не ослепнуть от горя. По безумным дорогам судьбы колеся, где меня только черти не носят. Михаил Самуилович, бросьте гуся, с нас и так по всей строгости спросят. Михаил Самуилович, бросьте гуся, с нас и так по всей строгости спросят. Спасибо. Первый приз, говорят, ну, в том смысле, что призов еще будет много. Первый. Выходит сюда Валерий Сергеев, город Киев. Уже мало кто помнит, когда там Валерий последний раз приезжал на Эсхар. Он в этом году у нас будет делать чайхану. Имейте в виду, всех, кто хочет участвовать в чайхане, надо будет подходить к Валерию Сергееву. Да, имейте в виду. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, так случилось, что крайний раз на Эсхаре был, наверное, лет 30 назад. Где-то так, примерно. Тогда была очень дождливая погода, тогда вот был растянут парашют над сценой. Я, Винник, Илья и Гарри Кон, мы вели чайхану тоже в том числе. И этот парашют как бы набирался воды, потом самый интересный момент, он весь на нас и выпал. Песня совсем не об этом. Поскольку посвящение, хочу продолжить уже характер, который задал Вадим Гефтер. Я обращаюсь. Я вам расскажу, где я сохну белье, только если вы не украдете его. Обращение гусара Галицкого, графини Талалаевской. Письмо, которое найдено было в электричке до турецкого плена. Тогда, правда, электричек не было, но не важно. Графиня, мне приснились ваши зубы, как будто скачу на вороном, и хвост его, как хризантемы с клумбы,
напоминает мне о вас и о былом. Прошу вас, ваша честь, внимание маломальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского. Графиня, вы прекрасны, как Цирцея. За поцелуй один я все отдам, ведь ваша спальня держит на прицеле моей души бизоньи стада. Прошу вас, ваша честь, внимание маломальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского. Графиня, я подрался на дуэли за то, что к ней сморкался ваш платок. Я б каждый пятну на вашем теле поцеловал бы, если бы не смог. Прошу вас, ваша честь, внимание маломальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского. Графиня, мне приснились ваши зубы, я вас ловлю, я думаю о вас. Прошу вас, ваша честь, внимание маломальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского. Спасибо. А теперь я хочу обратиться ко всем женщинам, поскольку эта песня посвящается всем вам. Огнем была любовь,
самом деле или привиделась во сне, была любовь на самом деле или привиделась во сне. Сказать друг другу не сумели мы в наступившей тишине. Была любовь на самом деле или привиделась во сне. Лишь петербургские метели хранят безмолвно в тишине. Была любовь на самом деле или привиделась во сне. Была любовь на самом деле или привиделась во сне. Я все-таки не понял, к кому конкретно вот обращался в первой песне Валерий Сергеев, кто эта графиня. А не признается ведь, не признается. Но зато я сейчас очень хорошо знаю, к кому будет обращаться следующий участник нашей программы, потому что он будет обращаться к каждому из вас. И даже не столько от своего имени, сколько от имени, вот здесь видите, написано «Фонд». Фонд Дмитрия Шенцева. Может быть, написано, может, не написано. У меня на спине глаз нет. Но я вижу в интернете вот этот фонд Дмитрия Шенцева. Он выходит на сцену, на самом деле. Выходит. Значит, это человек, которого мы не первый год знаем, любим, уважаем. И вообще он представляет спонсора. Это великая вещь. Зовут его Леонид Борисов. Тут, пожалуйста, в концерте обращений вот такой номер. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, к сожалению, я не тот спонсор, который там у вас написан. Действительно, я представляю этого человека. И сегодня разрешите мне приветствовать вас всех, на наши, всех наших земляков, гостей на этой площадке, которая стала уже традиционной при проведении песенного фестиваля на Эсхаре. И представляю пожелать вам от именно от Дмитрия Алексеевича Шенцева, народного депутата Украины, который является одним из тех, кто способствует тому, чтобы ваши фестивали постоянно проводились и проводились с хорошим качеством. А вам пожелать хороших, больших творческих успехов и новых завоеваний в своей творческой жизни. С праздником вас! Может быть, немножко припоздал к началу. Я напоминаю, что у нас сегодня не просто концерт авторской песни, а концерт такой специфической авторской песни, которая называется «Песня обращения», «Песня диалог». Именно такую задачу я ставил перед всеми выступающими. Кто ее услышал с точностью до 100%, кто, может быть, немножко по-другому себе ее представлял. Вот такая песня, она обращена к подруге по театру. И не важно, что сегодня она не приехала на этот фестиваль. Да. В принципе, любая из вас, сидящих здесь, может принять ее на свой счет. Прийти к тебе на торжество я догадался бы едва ли, и даже просто позвонить на ум бы тоже не пришло. Но не поверишь, как я рад, и что нашли, что позвали. И я обвел в календаре давно забытое число и озарил душевный свет беспечной молодости вехи. Они мне дороги всегда, а нынче дороги вдвойне. Но это было так давно, но это было в прошлом веке. К
кураж, гастроли и премьер в еще не рухнувшей стране. И мы, живущие взахлеб, ошеломляюще красиво. Так эта память дорога, хоть отдавай ее в музей, но это надо принимать без ностальгии и надрыва. А как приятный эпизод в судьбе, пожалуй, что друзей. За чашкой чаю нам не раз, да и за рюмочкой настойки случалось время проводить, мы, правда, старые друзья, и нам не надо делать вид, что мы близки с тобой настолько. Чтобы осветить тебе стихи, почти обязанность моя, и нам не надо делать вид, что мы близки с тобой настолько. Чтобы осветить тебе стихи, почти обязанность моя. Я не представился, но вот человек вышел, который скажет, кто есть. Как-нибудь прислал. А вот есть анекдот про бычка, который... А делал. Человек скажет, что это Юрий Чайка. А я вспомнил анекдот про двух бычков. Один бегал, а другой сказал, сейчас медленно спустимся с гор. За окном то ли снег, то ли дождь. За окном то ли день, то ли ночь, я не знаю. Тишина, холодящий, мерцающий свет, полусмятая пачка из-под сигарет и надорванная вторая. Я пишу тебе, Лёша, а кровь мне молотит виски, раскаляется мозг тугоплавкой своей оболочки. Не слова, а как будто раздерганных нервов куски собираю в жгуты и вяжу эти строчки. Если только вложить бы я мог все, что чувствую в ткань этих строк, я мечтаю, чтобы было добрее, чтобы было нежней, чтоб достать и прочесть через множество дней и оттаять душой, читая. Мне, конечно, привычнее руками, точнее горбом. Мы по жизни с тобой не по льготному едем тарифу. Мы не горлом, нутром свои верхние ноты берем, так не трубам, а струнам гитарного грифа. Пусть оркестры сыграют другим, потому что не марш и не гимн тут уместней. Потому что когда без рисовки лжи, по-людски, по-мужски, по любви, от души не фанфары нужны, а песни. Я спою тебе, Лёша, я крепко тебя обниму. Мы с тобой помолчим, помолчим и про то, и про это. Я сложу эту песню, она мне нужней самому. Я сумею успеть, время есть до рассвета. За окном то ли снег, то ли дождь. За окном то ли день, то ли ночь. Время есть до рассвета.
свой разговор с сидящими в зале продолжает. Теперь же харьковчанин, хотя он приехал к нам с Дальнего Востока. Зовут его Андрей Земско. Вечер. Самолеты летают сегодня целый день, поэтому вспомнилась старенькая песня. Белый самолет в небе прочертил полосу крылом. Так и мне давно выбить башмаки и взлететь пора. Там, где ты живешь, лето круглый год, море за окном. Там, где я живу, северо-восток, сопки до ветра. Там, где я живу, вечером в сельпо, очередь гуськом. Грязно-серый лед, задержался март на календаре. За окном тайга, а мне бы поглядеть хоть одним глазком. Как ты там живешь, как цветет миндаль на твоем дворе. Послушай, пришли мне в конверте на север луч солнца, что южные пляжи палит всю душу. Мне выстудил северный ветер, и песни не греют, и сердце болит всю душу. Мне выстудил северный ветер, и песни не греют, и сердце болит. Там, где ты живешь, яркие огни, дискотечный шум. Тает эскимо, крымская волна плещется у ног. Но издалека вспомни обо мне, я тебя прошу. Напиши письмо и вложи в конверт солнце между строк. Здесь на северах много лагерей и секретных войск. Нынче пацаны чаще, чем из зон, из частей бегут. В 40 верстах от меня лежит город Комсомольск. И недалеко есть еще райцентр, Солнечным зовут. Послушай, пришли мне в конверте на север луч солнца, что южные пляжи палит всю душу. Мне выстудил северный ветер, и песни не греют, и сердце болит. Скоро и до нас добредет весна, схлынут холода. Вскроется река, грянет ледоход, станет потеплей. Чаще я теперь в облака смотрю, может быть, когда. Белый самолет пролетит еще памятью моей. Чаще я теперь в облака смотрю, может быть, когда. Белый самолет пролетит еще памятью моей. Белый самолет пролетит еще памятью моей. Дорогие друзья, продолжаем беседовать. Очень важно, чтобы каждый понимал, что у нас диалог – это дело двустороннее. То, что человек отсюда поет, он человек, кстати, с гитарой, я смотрю, с собакой вместо гитары. Это Оксана Кошелева. Да выходи, Оксана. Я почему тут разговариваю, потому что жду, когда мы выйдем. Оксана Кошелева, она, кстати, член оргкомитета, а собачка, ну куда двинешься, на полставки. Она давно не выходила на сцену. Я прочту одно свое стихотворение, одно
Виктора Третьякова. Первое мое. Посвящено моему другу. Может, кто-то поймет, кто-то догадается, не знаю. Ну, в общем, хорошему другу. Дружище, помнишь, было время, когда с тобой мы не были знакомы. Там каждый получал свои дипломы за жизнь у крови разбитые колени. Там жизнь была твоя, но без меня. И жизнь моя, без твоего участия. Там были горе, радости и счастье. Там каждый своего седлал коня. Но вот уже теперь который год несемся мы с тобой в одной упряжке. Краюха хлеба и глоток из фляжки. Все пополам, падение и взлет. Плечо к плечу на равных мы стоим, битя друг другу спины прикрывая. Какое счастье жить, осознавая, что ты всегда и всюду не один. И можно много-много, долго-долго вспоминать, какие покорили мы вершины. Но даже вычислительной машине всех наших будущих побед не сосчитать. Второе. Виктор Третьяков – это посвящение афганцам, обращение к ним. Ну, в общем-то, война есть война. Оно как-то перекликается, наверное. С тобой мне, Сашка, трудно спорить о войне. Ведь для меня Афганистан – позор державы. А для тебя Афган – судьба. И кто тут правый, не разобрать. И ты обидчивей вдвойне, что долг отдал, а я так грубо о войне. С тобой мне, Сашка, трудно спорить, говорить, ведь ты домой вернулся с красной нашивкой, а я давно считаю ту войну ошибкой. Не дай нам Бог такую повторить. Но вот глаза твои, как с ними говорить? А ты расскажешь мне про горы и Шендант, про то, как гибли рядовые и сержанты, и как теперь ты слышишь в спину оккупанты, и с болью крикнешь: «Ну какой я оккупант?» Да я же не спорю, не терзай себя, сержант. Я знаю, Саня, что ранение не вдруг. Ты свято верил, что Афгану помогаешь и что тем самым свою родину спасаешь от посягательства извне враждебных рук. Так объяснял тебе товарищ политрук. И не стереть следы осколков на руках, как не стереть из твоей памяти былого. Прости, я больше не скажу худого слова. И мы украдкой прячем слезы в попыхах, хоть говорим, увы, на разных языках. Пусть будут прокляты застойные года. Проклятием станет им число 15 000. И на какой стене их имена нам высечь, чтоб эта боль не повторилась никогда? Пусть будут прокляты застойные года. Спасибо. Наш дорогой друг из города Каменское, Юрий Филиппов, с вами хочет поговорить. Добрый вечер. Мне хотелось песней поддержать моих друзей, попавших в трудную минуту, в трудные обстоятельства. Если в окошко капелью весна будет совсем вам уже не до сна, нежные чувства в себе не губи, будь добр, дружище, люби. Будь добр, дружище, люби. Эй, потерявший надежду в пути, сидячи дома, ее не найти. Не пересчитывай в жизни потерь, будь добр, пожалуйста, верь. Не заколачивай наглухо дверь, будь добр, пожалуйста,
верь. Хлопнуть в ладоши одной рукой просто нельзя, если нету другой. Теми, кто рядом с тобой, дорожи, бережно будь добр, дружи. Пусть вальс разлуки с тобой не кружит, бережно будь добр, дружи. Жизнь настоящая крутится там, где незаметно она по годам. Счастье свое каждый хочет найти. Будь добр, дружище, иди, не тормози, только на полпути. Будь добр, дружище, иди. Песни с утра, песни ночью в кровать, песнью жить, песни и воевать. Душу свою нараспашку раскрой, будь добр, пожалуйста, пой. Что б ни случилось, любою порой, будь добр, пожалуйста, пой. Будь добр, пожалуйста, верь. Будь добр, дружище, живи. Песня «Обращение», как неправильно рано ушедшему Сергею Зосимову. Так вот и мы в начале.
начале, с песней гитарной встречаясь, пели всю ночь напролет, а дальше как пойдет. Просто не хочется верить в невозвратимость потери. Сорванный осенним ветром зосимовский лист. Парашюте есть. Спасибо вам. Спасибо.